это хорошие управленцы. Они гибкие подходы имеют. А то, что они не приходят к вам и не идут, это проблема в другом. Проблема в том, что прошлый опыт работы, он, к сожалению, привел к тому, что мы вам не верим. Мы бизнес не верим власти, совершенно не верим. Мы просим об одном. Будьте с нами честными. Честность – залог доверия. Вот о чем мы просим. Если хотите вести бизнес, бизнесмены, так будьте бизнесменами. Не выдумывайте вы свои хотелки, вот извините меня. А вы придите и узнаете, как бизнес, наши потребности, понимаете? Вот. Если нам понадобилась кооперация, которую мы это сделали в рамках дискуссионного клуба. Мы ходим ногами, приглашаем людей, предпринимателей мелких. Говорим, ребята, приходите, давайте обсуждаться, давайте укрупнять бизнес и так далее. А не сидеть в кабинетах где-то и что-то размышлять, какие-то высшие материи. Вот о чем мы просим. Дайте нам возможность вам поверить. И бизнес вернется, поверьте. Спасибо.